Я приветствую всех землян. В эфире 14-я телевизионная передача телевизионного канала NEFS TV. И я его ведущий Всеслав Соло. Нынешняя передача посвящается мною предположительным и возможным реформам в сфере пенсионного обеспечения России. Я думаю, что меня и правительство, и Владимир Владимирович Путин услышат правильно. Должны услышать. Что я предлагаю? Наши пенсионеры, да, они получают определенную пенсию, которая, может, им хватает только покушать и выплатить за небольшую жилплощадь, жилищное там, помещение оплатить, может быть, грамульку сотового телефона и практически все. Но ведь пенсионеры – это та категория людей, которые наиболее уязвимы. Наиболее они живут незащищенными, как дети. Они болеют чаще, и их нужно лечить и помогать им. А как вы хотели? Они же работали, они рожали вас, они продолжали жизнь, а теперь что? Их нужно отпихнуть в могилу? Так и вас также отпихнут. Разве так можно жить? Это же порочный круг, смертоносный, я бы сказал, даже фашистствующий. Когда нация в себе против себя же живет. Что я предлагаю? Я анализировал очень много, что из себя представляет человечество, в частности, пенсионеры в других странах. И, конечно же, прежде всего, мой взгляд опирался на взгляд, имеется в виду, созерцательный внутренний взгляд человеческого внимание, опирался на не то чтобы ведущие страны, а наиболее обеспеченные. То есть на те страны, где пенсионеры наиболее живут хорошо. Где такие страны? Какие? Вы все их знаете. Это и та же Америка, и многие другие европейские страны. Я не говорю, что они лучше нас. Ни в коем разе. Но у них это сложилось веками, складывалось, да? И получился сегодняшний нормальный пенсионный фонд, обеспеченность, накопительство соответствующее за год каждый из пенсионеров, вернее, за годы жизни, да? Каждый из пенсионеров, проживающих в этих странах, могут совершить, и им хватает этого накопительства потом и путешествовать по миру, и вообще жить более-менее счастливо, и оплачивать собственные лечения и так далее и тому подобное. И еще и помогать своим подрастающим поколениям. Так вот, что я предлагаю для России, чтобы молниеносно догнать эти страны, выровняться с ними и даже начать перегонять их. И чтобы менталитет, сознание русского человека, ну, русского всех, кто говорит на русском языке в этом смысле, наш менталитет россиянина, ну, русского человека, потому что кто бы ты ни был, какой бы национальности, живешь в России и говоришь на русском, ты уже русский, все. Так вот, чтобы менталитет поменялся тоже, вот для этого я предлагаю следующее. Сколько там средняя пенсия в той же Европе, в Америке? Я не буду даже сейчас смотреть ни по интернету, ни вычислять. Давайте сориентируемся так. 5000 долларов. То есть на русский язык перевести, если это 150 тысяч рублей. Пускай так. Может там чуть меньше 5. Ну, короче, 150 тысяч рублей. Спрашиваю у пенсионеров. Скажите, пожалуйста, вам хватит этой суммы, чтобы жить? Те пенсионеры, которые сейчас слушают и видят меня, наверняка подняли не только руки, но и ноги и
и всю душу свою. Конечно, хватит, будут говорить они. Конечно, есть пенсионеры, которые вообще не нуждаются, как говорится, в государственной пенсии, и у них своя, как говорится, система накопленная или наворованная, не хочу никого обидеть. Ну, им, может, пока и передачу эту смотреть не надо. Хотя, для того, чтобы быть настоящим россиянином, а не отшельником, которого потом страна просто не примет, надо посмотреть и понять, и даже, возможно, помочь. Так что я предлагаю? Значит, получается, дать нужно сегодня всем нашим пенсионерам, слышите, это я к правительству обращаюсь, и к Путину Владимиру Владимировичу, всем пенсионерам одинаково 5000 долларов, то есть 150 тысяч рублей пенсию. Это не безумие. Это нормальное явление. С этого нужно начать. Всем. Абсолютно. Теперь давайте смотреть. Вы дали по 150 тысяч каждому пенсионеру. Естественно, счастью не будет предела, это понятно. Впервые, вот это я о менталитете заговорил, впервые, наверное, в России народ вдруг поймет, что он нужен государству. Впервые люди России восстанут в радости в своем духе и поймут, что они не забыты, что Россия живет, жива и счастлива. Впервые. Дайте людям счастье. Дайте людям счастье. Дайте людям счастье. Но это не все. Хорошо. Вы дали эти 150 тысяч рублей каждому пенсионеру российскому. Что они будут с ними делать? Вы скажете, ну они же возьмут и отдадут, может, все даже деньги своим там детям, внукам, еще кому-то. Что это вот они, даже некоторые из внуков и детей перестанут работать там или что-то. Да бог ты мой, да пускай что хотят, то и делают с этими деньгами. Куда они денутся дальше, чем из России? В России же и останутся. Куда они денутся? Скажите, пожалуйста, эти деньги. Даже если они отдадут своим внукам или детям, это их право, это их пенсия. Или они, или их внуки, или там родственники будут покупать какие-то товары. Где? Россия, в российские. Куда будет идти? В российскую казну. Опять же, на прибыли кого? Россиян. В банки положат. Какие банки? Российские банки. Кто будет зарабатывать на этих положенных деньгах? Российские банки, опять казна государства. Да куда же они денутся, эти денежки? Да никуда не денутся. А если кто-то и работать перестанет из тех, кому дали деньги их родители, пенсионеры, а они должны бы другие работать, так они же потом и пенсию-то уже у них будет немножко другая. Сейчас я поясню, почему. Смотрите, что получается, да? Значит, получается, что деньги не надо жалеть, они все останутся в России все равно. Но Россия станет счастливой страной. И быть россиянином станет престижно. Не меньше, чем американцам или европейцам. Дальше смотрим, да? Вы говорите, что, или там, возможно, возразили, что ну, кто-то перестанет работать. Но если он перестанет работать, то это его уже проблема, как говорится. Ведь существуют государственные законы, которые говорят о том, что там пенсия не менее там, 15 лет отработки нужно иметь, да, стаж. Или там 20 выйдет, 25, как было в советское время у мужчины, 20 у женщины. Это уже государство решит. Это Медведев решит, и Путин решит. И Дума решит вместе с Верхней палатой. И народ, естественно, тоже в этом примет участие. Согласится он или нет. Другое дело, что если этот человек не работает, ему дали пенсионеры из своих 5000 долларов, из 150 тысяч рублей что-то, или вообще все 150 отдали, он не работает, это тот внук, там, не знаю, брат, друг, сосед, родственник. Ну и не работает, нет у него стажа, значит, в соответствии с тем, насколько он имеет стаж, теперь у него и пенсия будет от тех 150 тысяч рублей уменьшено. Тоже закон нужно разработать. Значит, он будет стараться
отработать эти 20, там, или сколько, 15, 25 лет, да, для того, чтобы все-таки тоже получать пенсию не меньше. То есть это будет стимул. А если кто-то чего-то не поймет, ну, это его проблема, понимаете, да? Дальше смотрим. Даже если освободятся еще дополнительные рабочие места, значит, мы будем больше автоматизировать свое производство современными автоматическими заводами, будем славиться, ну и так далее. Да и бог с ним. Дальше смотрим. Значит, получается, если дальше люди по жизни еще будут сами откладывать что-то, да? То есть я не говорю 150 тысяч рублей пенсия, 150 тысяч рублей, это вот от государства всем дадено. А ведь каждый человек будет работать, дальше годы будут идти, 10, 20, 30, 50 лет пройдет. И каждый будет еще что-то накапливать, и у одного получится там не 5 тысяч долларов, не 150 тысяч рублей, я думаю, доллара к тому времени вообще не будет. Так, не 150, а там может 300 или 500 или миллионы, да, будет уже пенсия. Так вот, я вам скажу, что в соответствии с тем, насколько человек уже способен себя обеспечивать дальше, то и настолько с годами, естественно, не сразу, и будет уменьшаться эта вот государственная зачинка, государственный почин 150 тысяч рублей. То есть он будет уменьшаться в соответствии с возможностями пенсионера. А они все будут зафиксированы. Сейчас электроника, все будет понятно, у кого какие доходы, у кого какие сбережения. То есть все будет зафиксировано, все будет понятно и доказуемо. И поэтому с годами это вот обязательная часть выплаты пенсионной каждому пенсионеру 150 тысяч рублей, она будет уменьшаться в соответствии с возможностями и пенсионера, и так далее, и тому подобное. И со временем она вообще может уйти, и ее не будет. Но мы молниеносно, может, за 30-50 лет догоним и перегоним все страны по пенсии. А может, даже и за 10-20. Потому что радость, она дает силы. И страна-то будет совсем другая. Когда добро сверху, то добро и снизу. А так получалось, добро снизу встречало постоянное сопротивление и непринятие. И страна жила, выражаясь современным языком, в непонятках. Ну не надо так жить. Услышьте меня, правительство, услышьте меня. Владимир Владимирович, ваш авторитет бесспорен. Вмешайтесь. Просчитайте, вы умеете считать деньги. Никуда они не денутся дальше России. Дайте людям жить, они ж завтра умрут. Совесть ваша где? Вы же все сами творите зло на планете и уничтожаете ее. Оно же распространяется, это зло. Разве можно передавать из поколения в поколение ненависть к родине, ненависть к государству? Нет, хватит этого. Дайте людям жить. Вот так я бы закончил сегодняшнюю передачу. Мира и добра всем. Удачи и осознания себя. Реализации мыслей и ваших желаний. Российский первоисточник, автор множества книг, высшие магии мысли. Вы можете научиться. Выходы в астрал, параллельные миры, энергологика бизнеса, телепатия, формула любви, дыхание сознания, магические операции. Школа вечеров, Всеслава Соло. Контактный телефон 8 903 622 40 18.